Доброе утро! У нас назревает новое путешествие. В этот раз мы едем с Любашечкой нашей и Серегой, но они будут ехать немножечко позже. В общем, будем снимать вам, фотографировать, если что, новое. Вкусно, Ромаш? Это видео. Можешь рукой помахать. Ну, в общем, снимаю вам немножечко израильской пустыни. Мы находимся в городе Арат. Нет, уже как-то... Уже не Арат, уже проехал. Уже не рад. Не рад, что уехал из Арата. Ну, в общем, вот так выглядит дорога пустынной местности. Вот в таких местах в основном живут бедуины, у них такие шалаши стоят, дома. Их жирафы. На самом деле не жирафы, а эти так. Верблюды. Да. Но я его увидела. Я увидела на дороге, кричу: смотрите, смотрите, жираф. Они с меня смеются. Оказывается, верблюды тут живут. Вот такая вот пустыня. Первая наша остановка – купание. Где Ромчик? Где будем купаться? В общем, будем купаться сейчас на Мертвом море. Вот такая вот здесь, можно сказать, красота. Наш оператор впереди. Впереди у нас, конечно, дорога перекрыта, но мы сейчас обойдем и хотим найти что-то интересное. Если получится, вам покажем. Сейчас уже начинается соль под ногами. Вот одна соль. В общем, мы приехали не на пляж, а тут нам показали как-то это место. И здесь должны быть в воде свадебное платье, какой-то музыкальный инструмент, какие-то игрушки, куклы. И, в общем, их специально сюда помещают, и они обрастают солью. Вот это мы хотим. Ну, в общем, это вид с обратной стороны. Ничего там нету, то, что мы искали, или все заросло солью, или все это забрали. А прошлая наша поездка была здесь. Мы поднимались сюда на самый верх, и отсюда мы спускались к Мертвому морю. Это было очень тяжело и жарко. Сейчас тоже очень жарко. Ну, в общем, ищем место, где можно покупаться. Давай, давай, давай.
покупались, но только я и Владик. На улице градусов 70, это видно по моему лицу, оно все красное. Сели даже в машину покушать. А оказалось, что в нашей сумке холодильники есть только огурчики, помидорчики и колбасонька. А хлеб в багажнике, мы даже не можем выйти в багажник и взять хлеб. В общем, Деня говорит, такого бутерброда он никогда не ел. Покажи свой бутерброд. Сейчас он сделает. Берешь колбасу, заворачиваешь туда огурец. И вот такие вот у нас бутерброды. Потому что мы не можем выйти на улицу достать хлеб. Ну, в общем, не советуем ехать на Мертвое море. Очень жарко. Ну, мы уже приехали в Эйлат. Вот нас пальмы встречают. Где Любанашечка и Сережечка? Ну, что я вам скажу, тут жара невыносимая, просто невыносимая. Мы ходим, ищем этот КСП, ходим, похоже, ищем его кругами. Тут вообще нельзя находиться на улице, я уже хочу домой. Эйлатские достопримечательности. Ну, и вот у меня уже есть новый телефончик. Теперь мы ищем свой отель. Дорога впереди, я знаю. Ищем свой отельчик. Уже выходить. Так, приехали мы. О, вышла. Вышла графиня Каратец. Вышла. Ну иди, знакомь всех. Серегу, это же видео видят тетя Лариса, Зина, Лали. Вы знакомьтесь, это Серега, он же Серый, он же жених Любаши. Мы ждем уже, не дождемся свадьбу. Да, когда уже Марина понесет фату, она уже тоже ждет. В общем, дети, вы будете участвовать на свадьбе? На свадьбе. Сейчас ее мы как раз и устроим. Да. Может быть. Но это будет для Сереги сюрприз. А, ой, извините. А, он же как жених, да, он же как жених. Все. Жених еще не в курсе. Ладно, пошли. В общем, здесь у нас вход в наши виллы, или я не знаю что, ну, в общем, будем вам сейчас снимать и рассказывать. Нет, до этого. Служанки, иди сюда уходите. Служанок ты звал? Да. Служанок звал? Да. Окей. Мы позвоним на ресепшн, если они там, ну, быстро не придут, хорошо? Хорошо. Короче, номер прекрасный, а тот, который мы увидели до этого, нам понравился, конечно, немножко.
А чё ты боишься? Но это не потому, что мы куда-то в запрещенное место лезли. Нам просто обходить не хочется. Да, Любаша? Да. Да. Мы с ним обошли, чтобы вы понимали. Клуб. Где же синим по желтому написано? Ой, в общем, вышли мы в ночной лад посмотреть, как он выглядит. Возможно, даже будет плавание. Возможно. В странном элате. Что вы скажете? Нет, там заходишь. Да, прекрасно. Что прекрасно? Море. Прекрасно. Особенно впечатляет доступность шезлонгов в это время суток. Да, свободных. С этими людьми вы в одном номере спать собрались, между прочим. Доброе утро. Поздравляю наших деток с 1 сентября. Наконец-то этот день настал, новый учебный год. Желаю им много успехов и хороших оценок. Ну и, конечно же, нам после всего этого хорошего настроения. А мы проснулись. Идем на завтрак. Всем хорошего дня. Целую. Доброе утро. Любанечка, ну что ты хочешь? Что ты хочешь на завтрак? Вот наши разносолы. Ромчик выбрал еду. Нет, это не годится на завтрак. Денечка готов покушать. Серега, ты что будешь кушать? Опа, опа, это что-то вкусненькое. Мам, иди на садик. Ну и вот наши разносолы всякие. Рыбы, туны. Всякие сыры, хлебы. Еще есть стойка. Кофе и чаями. Ну, ладно, приятного аппетита. Любка, покажи хоть в чем ты заходишь, свои коралоходы. Я могу, поднять не могу. Не, так, чуть-чуть. О, красота! Every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up.
You always gotta fight and hide from the demons, yo. Negative thoughts are poison they rot. Head full of flaws, so here come the clouds. They'll never stop unless I can swap all the bad for the good in my head when I'm lost. Yeah, so I'ma fake it till I make it. Positive thoughts are overtaken. I got visions, one day at a time. It's how you operate a cadence. A flow, you grow, you show yourself a foundation. Stay away from all the shit that causes temptation. I know that I like to do it cause it's sensation. I live my life in my head like a narration. Don't expect greatness, do my best, man, I'll take it. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. Хорошо, я уже снимаю, потом удалим. Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. Очень этому